А ну, грабли на стол и не вякать. Негоже обижать офицеров. Сталин накажет. Александр Макогон – популярный российский артист кино и театра. Актер снялся во многих известных сериалах и полнометражных проектах. Известность мужчина обрел после участия в съемочных процессах таких картин, как «Лишний», «Светофор», «Простые истины» и так далее. За годы творческой карьеры у артиста появилась целая армия поклонников, которые постоянно интересуются подробностями его личной жизни. Личная жизнь Александра Макогона налажена уже весьма давно. По словам самого артиста, он проделал весьма длинный путь, чтобы обрести настоящее счастье. «Я был вынужден очень долго искать настоящее счастье, но я рад, что мне все еще удалось его обрести. Может, ранее совершал какие-то ошибки, но потом мне все же удалось все исправить. Да, и опыт я получил, выводы из своей жизни некоторые сделал, поэтому теперь уже не допускаю никаких ошибок, которые ранее присутствовали в моей личной жизни, да и в творческой», – рассказал Александр. Свое личное счастье артист обрел, когда у него случилась встреча с нынешней женой Александрой Михеевой. До этого у знаменитости было два брака. В своих первых отношениях с Ольгой Кузиной в 1996 году у Александра родился ребенок. Сын, которого счастливые родители назвали Паш. Когда мальчишке было всего 4 годика, супруги приняли решение о расставании. Неурядицы в семейной жизни кинодеятель пережил очень болезненно. Отношения Александра Макогона и Татьяны Аукшкап. В тот сложный период, а именно в 1999 году, коллега актера по театру имени Владимира Маяковского, актриса Татьяна Аукшкап, занималась открытием собственного театрального агентства. Первой постановкой, организованной агентством актрисы, был детский спектакль «Тайна старого шкафа». На роль романтичного парня Татьяна пригласила именно героя данного видео. Между артистами практически сразу начались романтические отношения, которые привели избранников к совместной жизни. Так, Татьяна стала гражданской женой Александра Макогона, однако уже через 7 лет пара рассталась. Личная жизнь Александра начала налаживаться только тогда, когда он встретил ассистентку Александру Михееву. С этой женщиной актер узнал, что такое настоящее счастье. Саша намного младше супруга. Однако разницу в возрасте 12 лет возлюбленные даже не ощущают. У пары подрастают двое детей. Первый ребенок Александра Макогона в этом браке родился в 2011 году. На свет появился мальчик Степа. Уже в 2013 году родилась у возлюбленных дочь Мария. Вместе с наследниками женой артист предпочитает как можно чаще отдыхать в Таиланде. В зимнее время семья часто отправляется в теплую страну без главы семейства, однако Александр изо дня в день поддерживает с ними связь с помощью социальных сетей, а также обмениваясь с ними фотографиями. Александр Макогон максимально оберегает свою семейную жизнь от любопытства, представителей средств массовой информации и верных почитателей, поэтому не ведет персональной странички в Инстаграме.